Раз-раз, рама-рама. Мыло, мама, раму. Привет-привет, мои хорошие! Разогрелись? Ребят, сегодня у нас веселый обзор очень страшных игрулечек, если вы такие любите. И сегодня я скачал, смотрите, для вас Siblings. Не знаю, что это за игрулечка, ребят, про двух зеленых братьев. Давайте с вами вместе посмотрим, что же это такое. Так, я не вижу здесь ничего такого. Смотрите, два братика играют в футбольчик. Йоху, лови, неудачник. О нет, блин, братан, ты чё, остановись. Слышь, чувачок, дай мне посмотреть 15 минут любимых мультиков. Отвали, братан, отвали, отвали, я сказал, ты маленький дрыщ. Это мое время, братан. Слушай, напугал кота сосиской, иди гуляй, понял? Так, ребят, вы поняли, о чем тут речь? Два братика не поладили друг с другом. Ха-ха-ха, какая известная история. Все легко и просто, друзья мои, смотрите. Опа, твой брат Рон не играет с тобой anymore, потому что он... Короче, ему надо напакостить, друзья мои. Ему надо подложить пердушечку. Ребят, вы поняли, короче... Показывает двух братьев, которые друг другу будут солить. Будут солить, да? Будут, короче, прикалываться друг на другом. Так, сейчас я настрою управленица. Так, смотрим, настроил вроде бы. Чикарек, чирик, чирик, чик-чик. Опа, дверь, заходим в дверь. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Опа-на, ребят. Смотрим, вот есть пердушечка. Берем эту пердушечку и... Ой, ребят, и чё? Ага, вот так надо. Джик. И валим, валим, валим сюда. До диванчика, ребят. И куда надо его положить, пердуньку? Так, ребят, надо положить пердушку. And place... Ребят, он идет. Берем пердушку и сматываемся. Пока что на первых порах нам все подсказывают. Тыц-тыц, ребят, все. Мы сбежали от него. Смотрите. Ew, what was that? Пук-пук. I know this is Lucas's fault. Отперделся, да? Я смеюсь над тобой, старший брат, старший брат. Ребят, если вам нравятся такие игрульки, поставьте лайк. Давайте заберем под этим видео 3000 лайков. Ну что, согласны? Давайте мы сыграем еще разочек. Так, ребят, следующая миссия, смотрите, надо взять этого краба и... Смотрим, смотрим, ребят, на первом этаже все происходит, старший брат спит. И что, надо кидануть в него краба и смотаться? Вот это да, ребят, очень интересненько. Ну что, мы готовы? Давайте. Взяли краба, ребят. Теперь сюда. Идем, открываем дверь. Надо аккуратненько, ребят, чтобы не разбудить его. Так, у него есть пицца и... А-а-а, пицца с крабами, друзья мои, валим отсюда! Его укусил краб! Ай, классно! Тыц-тыц-тыц, надурили дурочка! Значит ты, кулочка! Пяточка! Ребят, как вам игра? Ну поставьте лайк, если нравится! Так, друзья мои, ну пока мы про братьев сыграли две миссии и нам хватит! Ребят, а сейчас мы продолжим играть в игру, которая называется «Злой мороженщик. Третья часть», друзья мои. А там Роблокс мороженщик, да, и там Роблокс мороженщик. Так, ребят, ищем ключ, чтобы выйти из дома. Вот он. И я думаю, что вы уже все знаете, что за этой дверью находится злой мороженщик Рот. Смотрите, он хочет украсть моего друга. Он поет песенки и продает мороженое прямо возле моего дома. Этот болван мой друг, ребят. Он хотел напугать мороженщика, но мороженщик его, ребят, сейчас как схватит. И ласты ему будут. Это просто жесть, друзья. Смотри, мы, короче, пропустим эту всю байду. Мы возьмем вот, ребят, этот пиндолет. И нам надо стрельбануть по замку. Опс, опс, опа, есть. Он мороженщик Рот, друзья мои. Тири, тири. Нам надо аккуратненько, аккуратненько обойти фургончик. Оп, 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 он может вышел и может уйдет отсюда, друзья мои. И мы тогда свалим. А можно на крышу залезть на свой дом? О, ребят, смотрите. Погнали в метро. У-ху, я так легко угнал машину у мороженщика. Это круто. А тяжелом уровне я там могу угнать машину. Ребят, нам надо собирать поняшек. Поняшки такие, лошадки маленькие и гугошки. Опч. Так, ребят, ну что, открываем мы и заходим в метро. На самом деле, это очень страшная игра, ребят. И злой мороженщик Рот, вот он, ребят. Он вообще злюка. Здесь у нас все закрыто. Кстати, здесь можно попробовать обойти. Чирик-чик-чик. Я когда-то видел, какой-то блогер обходил. Глянь, на меня смотрит. Эй, Мудень, Мудень, сделай-ка мне мороженое. Ух, ребят, он меня не видит.
Валим, валим мы отсюда. Раз, два, три. Брыч, брыч. Так, ребят, пока что я зашел сюда, мне надо что-то тут забрать, ботинки какие-то. Главное, чтобы он не зашел. О, шапку надо взять. И ботинки. Тихо, тихо, тихо. Надо свалить. Чик-чик-чик. По Брику надо, ребят, пробежать, пока меня Род не видит. Отнесу шапку в машину. А ну где он есть? А он, смотрите, где ходит. Ходи, ходи там. Он туда пошел, за Булакрафтом. Еще ботинки, ребят, нам надо ботинки стеребень здесь. Он назад идет. Да я вижу. Он уже сейчас в вагон тот будет идти. Чик-чик-чик. Может, меня не заметит, ребят. Ну, надо посмотреть, где он и как он выйдет. Так, 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 еще мне здесь ботиночки, ребят, нужны. В сундучке. В сундучке? Да. Ёлки-палки, в сундучке ботиночки нужны. Главное, чтобы Роди, где он есть. Мне стрёмненько в вагончик, ребят. В режиме призрака? А! Ребят, я случайно включился в режиме призрака, поэтому он меня не видит. А! Опача. Вот они, ребят, вот ботиночки. Отличненько, приотличненько. А ну, пойду подразню Рода, увидит меня или нет. А ну. А я назад смогу зайти? Ой, блин, это я зря сделал. Бим, валим. Тихо, 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 не сыкать. Ладно, ребят, лучше я не буду провоцировать его. А ну. Эй, Род, ты слепой уродец. Тыц, тыц, тыц. Бежим, короче, ребят, в цирк. О, так это мне нравится такой режим. Нас Род, ребят, не сможет поймать. Это интерестинг. Интерестинг при... И я когда-то... А я вообще видео часть... Я понял. Ребят, короче, отправляемся в цирк. Станция цирк. Обогреем там бомжа. Он лежит. Короче, интересненько. Мне это нравится, ребят. А ну-ка, возьмем ботиночки. И пойдем. Где ты, Родик? Интересно, меня что, вообще не видит? Это же так круто. А карту надо найти, дворец. Так, смотрите, ребят. Вот в цирке есть бомж, у которого замерзли ноги и голова. И у него есть ключ от цирка. И он мне его точно, ребят, не даст, потому что мне его надо обогреть. Такой Вадик хороший, а он Род ходит, ребят, вон он. Я так. Тут перешел. А ну, это его территория, поэтому я думаю, что он знает, что он делает. Чик-чик-чик-чик. Так, чик-чик-чик. Да где шапочка, ребят? Вот шапочка у нас. Джик. Если что, мы его вот туда обгоним, и он начнется внутри этого вот. Тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. Тарам, так, ну на, чувачок, я тебе шапочку принес. О, тепло тебе, да? Ха-ха-ха. Теперь, ребят, у меня есть ключик от цирка. Пойду попробую залезть в его кабинку. А где Род, ребят? Там ходит, да? Ну пусть ходит. Главное, чтобы он нас не схватил и не сожрал. Так, вот этот ключ. Опа, вот эта дверь, друзья мои. Здесь у Рода, смотрите, у него есть туалет, здесь все дела. Нам надо взять вот это вот пони. Посмотрим у него по тумбочкам, можем пошариться. Все закрыто тут. Короче, все закрыто, ребят. Я даже не знаю, что в цирке еще интересного есть, что-нибудь здесь или нету. Я хочу что-то показать, фокус. И там можно вот туда его сунуть, когда стоит. Вон он, смотрите, а ну видит он меня или нет, ребят. Эй, ты, чмондель, чмондель, пип-пип-пип-пип. Видишь меня? Эй, я украл у тебя лошадь, ты понял? Ха-ха. Ребят, крутая игра, крутой режим. Мне это нравится. Так, ну что, а ну постой. Я выброшу эту лошадку пока здесь. Ух ты, блин, он идет сюда, ребят. Он меня реально увидел или что? Блин, а по мусоркам пошариться надо здесь или нет? Можно? Можно. А что нет, смотри, не надо, наверное. Надо круги. Сейчас попробуем. Оп. Оп. Так, ребят, Род, короче, меня вообще не видит. Можно не бояться, поэтому погнали, погнали на катере. Так, а в мусорках тут ничего нету? Так, ладно, ребят. Да, вот у вас сбоку было. Слушай, тогда я еду в торговый центр. Нет, еду, знаешь, куда? Сейчас. Поехали в лагерь. А там надо... У меня одна поняшка есть. Так, это история Рода. Нам пока что это неинтересно, друзья мои. Так, слушай, ну где? Лошадка, идешь со мной. А надо ключ. А, ключ от дерева, да? А где он находится? А, слушай, я знаю, он находится... О, надо присесть. Чик-чик-чик, присесть, вот есть карта сокровищ. Ребят, у нас есть карта сокровищ. А лопата, где лопата? Нам надо лопата. У торгового
центре. Ёлки-палки, ребят, нам срочно надо ехать в торговый центр за лопатой. Так, тут торговый центр. Так, где Род, ребят? Где-то здесь Род. Вон он ходит, ребят. Да, он на первом этаже, вон внизу. Вот. Так, так, ребят, нам здесь надо взять лопатку. И, кстати, можем сразу и удочку взять. Эй. Опача. Так, ребят, смотрите, вот лопата. Я возьму лопату сейчас и кидану ее туда. Куда-то вниз киданул. И удочку возьму. Ну, чтобы два раза, ребят, не ходить сюда. Опача, удочку тоже взял. И пойдем вниз. Рыбку, кстати, можем и рыбку сразу поймать. Где там Родик? Где наша лопата, кстати? Она где-то упала сюда. Надо глянуть, где она. Эй, лопатка, ты где? Ребят, вот это киданул лопату. Теперь не найду. А я что-то видел. Слушай, ну пойдем поймаем рыбку. А где Род? Я его не вижу. А то он меня как схватит за жопу, я обкакаюсь, блин. Нет, он на втором этаже. А, вон он вверху, вон он, вижу, вижу. Это Род. Ты же говорила. Рыба уплыла, ё-моё, так давай нормально. Закидываем и ждем, ребят, ждем, ждем. Опа, подсекаем. Ох, ёлки-палки. Наверху надо. Да постой, ща. Оп-оп. Ща я повышенько, подальшенько заброшу. Оп. Есть, есть, поймал. Есть, ребят, я поймал рыбу. Отнесу теперь удочку, закину. А лопату? И лопату пойду поищу. Главное, чтобы Рон. Так, где может быть лопата, ребят? Она где-то должна быть здесь. Я ее вот отсюда скинул где-то. Давайте обходим все здесь. Ой. Так, ребят, вот в кустах нашел лопату. Все, валим отсюда, валим. Ой, надо лопату взять, кстати. Так, ребят, возвращаемся в лагерь. Берем, так, кстати, берем карту, карту сокровищ. И идем по карте сокровищ искать сокровища. Я-то знаю уже, где они. Они где-то здесь, ребят. Вот тут. По идее, тут должны, глянь. Место поиска 29 метров. О! Ого, ребят, это все. Все по новой. Он перепрятал. Смотри, смотри. Где-то здесь. Прикинь. Ребят, где-то. Ой. Вот. Нет, ребят. Где-то здесь место для поиска. Вот здесь, ребят, вот оно. Опача. Короче, где-то вот тут надо копать будет. Отличненько. Так, запомни, Вадюха. Пш, карту выкинем. Берем лопату. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Не удочка, у нас рыба есть. Так, смотри. Ч-ч-ч-ч. Где-то тут сейчас будем копать. О, земля. Копать. О, ребят, мы выкопали. И тут есть ключ от дерева. Отличненько. Пойдем мы его откроем. Слушай, а где Рой? Мне так не очень это нравится. Где он лазит? Так, дверь. Ключ. О! Так, ребят, открываем замочек. И-и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 . Погнали, теперь принесем одну поняшечку. А там тоже есть поняшка. Ну ладно, сейчас я принесу свою. У меня же тоже есть. Там еще наверху надо. Так, Рода не видно тут? Нет. Кто? Он на торговом центре же. Так, не, он же тоже за нами может ходить. Он не может. Я не знаю, что он не может. Он не знает, что он. Так, ребят, бежим сюда. Так, ребят, смотрите, вот сюда надо поняшки. От ёлки-палки. А ну закрыть дверь. Проверить. Полочка. Вот поняшечка есть. И спички, ребят, спички нам надо, чтобы вернуться в метро и... Тоже там есть поняшка. И заберем поняшку там. Поехали. Сейчас подожжем там одну еще штучку. Надо. Тоже в торговом центре поняшку надо. Ой, ё-моё, выкинул спички. Ты чё, Вадюха, не чуди так, пожалуйста. Чик. Рыба. Рыкс-дикс. Так, на станцию метро.
Так, ребят, ну вы, короче, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а приключения про злого мороженщика Рода увидите уже в следующей части. Поэтому пока-пока.